Так, вот это добавил. Кисоньки здесь что-то. Что-то шинья. Может, они в другом месте сидят. Сейчас посмотрим. Ричард тоже обычно на дереве сидит. Здесь есть кто-нибудь? Тишина. Тишина. Ну, ты есть? Нет. А где твой дядя Ричард? Нет. Рассудился. Покорно, ты уже кушал? Что ты там кушал? Ну, я насыплю, а? Нет. Может, Ричард бежит. Ну все, давай, киса. Не, блин, летуха у меня классная, я мягкий. Да, кисонька, она у всех классная. Не? Да. И... Вот видишь, откашляться надо, так быстро сорвался. Да, быстро. Ведь блохи сожрали. Ричард! А ты в туалет? Где? Ну что, идем кушать, а? Сейчас. Иди, Сакисенко. Иди, корм кушать. Иди кушай. Спасибо. Там корм, сям корм. Да? Ну ладно. Иди, я разберусь тут нафиг. Гостей позову и разберусь. Хорошо. Дай. Дай. Гости нафиг с вами, идите сюда. Ужин званый вас ждет. И блохи там проедают. Да. Все, я пойду. Да идите нафиг уже, всего замучил ты меня нафиг. Садись кушай. Сейчас, проснусь. Вот там тоже вкусно. Да еще вкуснее. Пойду посплю нафиг. Все. Различи, да позови. Я позову, позову Ричарда. Бай, дай. Я хочу кушать. Ну идем, идем, киса. Идем, киса. Залазь, залазь. На. Вот, вот. Вот, вот, вот здесь. Вот. Вот. Нехорошо. Кушай, кушай, садись. Тебе нужно? Не. Вот видишь, мне нужно. Я, мне тоже нужно, я потом приеду. Ешь, слышь, ешь, слышь, ешь, слышь. Мне еще рожать нафиг. Ну ладно, набирайся сил, гостья дорогая. Спасибо, дружочек. Бай.